Здравствуйте. У меня вечерняя прогулочка. Опять решил сходить на гору Алчак. Что-то ближе всего. И вон вертолет летает военный. Сейчас я сниму. Как раз над горой Алчак. Военные, да? Так. Надо сегодня снять закат с Алчака. Я думаю, что это будут крутые кадры. Вот уже смотрится классно. Солнышко так светит из-за горы. Блин, цветочки какие. Опа! Ребята, зацените кадр. Ага. Но на самом деле не жарко на улице, прохладно. Солнце греет, все хорошо, но ветер холодный. Каждый день обещает потеплее, потеплее, что-то теплее не становится. Причем днем холоднее, чем вечером. Я вот сейчас вышел, и прям не холодно, прям очень хорошо на улице. Ну и не жарко. А днем я что-то прям подозяв. Сегодня очень много ходил опять. Ну так. Ходил до Меганома. Ходил в крепость. Это вообще все в разных концах находится. В целом, наверное, километров 15 сегодня прошел. Вот. Но так, не по горам. Поэтому, блин, колени почему-то очень трепетно к этому относятся. Ходьбе по ровной поверхности. А, ребятки, как вам? Я думаю, что классно. Вот. Потом из крепости через город пошел, зашел на рынок, посмотреть, что вообще там такое. Но поздно уже было, там все торгаши подразъехались. Вот. Завтра, наверное, опять шашлыки пожарю, если успею. Завтра планы у меня на Новый Свет, Царский пляж, тропа Голицына. Попробую дальше туда уйти. Что там дальше находится, забыл. Что-то, короче, есть. Ну, там также можжевелова роща. Обязательно, если погода позволит. Ну, вообще, это все произойдет, конечно, если погода позволит. Если не будет дождя, то обязательно еще искупаться на Царском пляже. Место такое классное. Ну и посмотрим. Хотел там весь день провести. Чё, если уж в такую даль идти, наверное, пешком пойду. Фиг ли. Встану. Я сегодня, кстати, встал рано и также рано ушел на этот Меганом. Вот. Завтра тоже пораньше встану, ну если высплюсь, конечно. И дуну сразу в Новый Свет. И прям на весь день. Думаю, что это будет круто. Еще сейчас немножко от первого лица поснимаю. Закат. Вообще природу. Тут очень круто, конечно. На закате вообще классно. Даже не ожидал, что так будет здорово. И почему вчера, говорю, завтра хочу на весь день туда уехать, чтобы также точно поснимать закат вон оттуда. Вот где конец этих гор. Самая моя маленькая пипочка, вот эта капелька, на дельфинчика похожа. Там эскапчик. Вот мне до туда надо ползти завтра. Ну, мне кажется, это замечательно. И даже очень круто. Вот набережная, там даже люди гуляют, но немного. Ну, естественно, никто не купается. Сегодня хотел искупаться, ничего так и не решился. Так, ну
Ну, в общем, еще поснимаюсь, включусь, когда вот реально закат, когда солнце прямо на гору сядет, включу. Вон он я, моя тень. Хе-хей. Привет. Море синющее, но это от неба, конечно. В общем, ждем заката. Ну вот, последние лучики выглядывают солнечные. Еще красивее стало. Смотрите, как здорово. Какой цвет вообще. На, подождать, пока совсем сядет. Потом ускорю просто запись, чтобы для вас это было побыстрее. А сам постою, подожду. Ну вот, в общем-то, и солнышко и село. А, такая прелесть, что-то с чем-то, конечно. Ну, природа, ну дает. Так, на этом день видеосъемку, я имею в виду, за этот день заканчиваю. Опять день прошел не так просто, не просто лежа на диване. И это радует.